Добрый день. Сейчас хочу рассказать про такую вот прикольную вещь, как я ее назвал, шпионско-изобретательская. Я вот когда что-то там думаю, часто люблю какие-то рисовать схемы, там какой-нибудь квадратик, там вот кружок, там вот здесь будет кружок, здесь отверстие, там не знаю, ну какие-то вот схемку, там что-то еще. Вот, нарисовали, вот, чих. Оп, и снова пусто. Опять можем что-то новое изобретать, какой-нибудь там. Чих. И опять, извиняюсь, но я сроки снимаю, лень было ставить. Оп. Почему я назвал ее шпионской? Вдруг у вас дома прослушивает, и вы там, к вам пришел агент, вы ему говорите, позвони по телефону номер какому-нибудь такой. Или вы мне должны там, не знаю, столько-то там денег. Вот. Оп. Потом так раз. Сколько? Куда звонить? И не говорится, ни один шпион, а если еще потом почеркать и снова стереть, никто не узнает, что вы писали. Потом можно писать, вот скажем, по-моему, гениальная штука, детская игрушка, а вещь-то довольно хорошая, что мы вот написали, а потом стерли, и все чисто и интересно. Пользоваться много можно многократно. Правда, я вверх ногами, по-моему, держу. Вот так надо, наверное, все-таки делать. Нет. Судя по сердечку, вот так. Все правильно. Чик. Такая вот вещь, чтобы не портить бумагу, так сказать, природу защищать. Вот можно что-то какие-то схемки набрасывать на ней. Спасибо за внимание. Всего доброго. Удачи.